Добрый день, ребята, и родители тоже. Сегодня у нас следующая русская народная сказка «Маша и медведь». Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка. Машенька собралась раз. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девочки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревцем, кустик за кустиком и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат и не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу, видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает, толкнула она дверь, дверь открылась. Пошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку, села и думает: кто же здесь живет, почему никого не видно? А в этой избушке жил большущий медведь, только его тогда дома не было, он в лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уходит в лес, а Машеньке наказывает: «Никуда без меня из избушки не выходи. А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю, и тогда уж съем». Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать, кругом лес, в какую сторону идти, не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». А Машеньке того и надо было. Напекла она пирожков, достала прибольшой короб. Говорит медведю: «Вот смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду». «Ладно, — отвечает медведь, — давай короб». Машенька говорит: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, завалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березами. По вражке спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал, говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке». «Вишь, какая глазаста, — говорит медведь, — все видит». Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел. Остановился, сел и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит». Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук, тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собака почуяла медведя и бросилась на него со всех дворов. Бегут собаки и лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. «Что это в коробе? — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит живехонько и здоровенько.
Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Видите как? Машенька подумала, подумала, как же обмануть медведя, чтобы попасть назад к дедушке да к бабушке. И вот так придумала с коробом. Подписывайтесь на канал и жду ваших комментариев. Ставьте большой палец. Всего вам доброго. До свидания.